Всем привет. Так, давайте вспоминать, куда нам надо. Так, там мы были. Ага, мы наверх, по-моему, не ходили, если я не ошибаюсь. Смотрим, что наверху. Нет, и наверху мы тоже были. Я даже по этим штукам вроде бы прыгал. Хороший вопрос, а что тогда дальше? Я даже в закутке этом был. И там был. Да, да, я точно... Интересно. О, там, по-моему, можно взять душу. Да, все верно. Подожди, не дерись. Начать махать, а? Так вот. Дело в круговую атаку. Это нам бы сейчас очень помогло, но она сначала обычных два удара наносит, а потом уже круговую делает. Так, ничего там нету. По-моему, нет. Так, а как мне жучка сюда пригласить? При этом я могу ее обратно еще сделать. О, друг, дайте сюда. Да, я сейчас приду с тобой. Так, давай. Пойдем кормить тебя. У тебя полно работы. Единственное, обидно, что мне туда не вернуться теперь. Даже вот казалось бы, здесь можно пролезть, но нет, ни хрена подобного. Среднее скопление лучеров, это хорошо, конечно. Так. Ага. О, дружок, пирожок. Ой, а на него-то надо можно было бы и прыгнуть. Хотя, вроде бы, ничего не упустили. Допустим. А вот туда вот интересно допрыгнуть. Хотя мы и с него это можем сделать. Так, ты где? Наверное, не успеем, если мы вот возьмем его, побежим. Да, нет, вряд ли успеем. Но... Так. Нет, угол тут не удается желаемый взять. Но это опять же из разряда плясков с бубном. Твою мать. Иди сюда, зараза. Жри давай.
Нет? Да чтоб вас. Так, друг. Тебе нужно сдвинуться чуть-чуть. Вот так вот. Хорошо, хорошо. Никак нигде не пролезть, да? Блин, надо было вот эту мелкую заразу здесь одну сохранить. Да что ж я делаю-то? Сейчас мы одного подберем, я совсем забыл, ради чего все это нужно было. Иди сюда. Точно никак туда не взобраться. А? Ладно, хер с ним. Ну что, настал твой звездный час, давай иди сюда. Да, мы типа сложную головоломку решили. Хм. Вот тебя я тоже помню. Ладно, тебе пора туда. Ой, мимо. Он прям парит. Я тоже так умею смотреть. Долечу, не долечу, долечу, не долечу. Нет. Так, куда мы тебя приспособим, дружок-пирожок? В эту штуку ты не ходишь. Так, ну и вперед тогда. Давай вперед. А, ну логично, да, куда нам его и надо. Еще. Ох ты. Я, по-моему, больше сколько там. Сюда иди, подонок. Да, неудобно с ним сражаться, конечно. Велика вероятность свалиться отсюда, нежели там. Блять, я еще и кристалл заюзал. Случайно почему-то он у меня был. Блять.
Ну и ладно, я абсолютно не против. Ебака! У ворот! Думаешь, она нас заметила? Даже не сомневаюсь, учитывая, как ты себя ведешь. Это закончится сейчас! Это тот корабль, о котором говорил Узель? Наверное. Ну, мы даже до него допарить бы могли отсюда. Но игра, к сожалению, против такого. Чё у меня опять поменялось? Чё за фигня? О, в машине тут есть. Вообще как ребенка. Я же сам не могу разрушить машину. Либо ее долго долбить, либо это просто тупо не предусмотрено. Так, туда некуда приземлиться, окей. А внизу мы и так были. О, здрасте, здрасте. Что тебе нужно от скромного товара? У тебя появились новые товары. Нет, у него только адамантит есть. И вот эта странная штука. Не особо нам, ну, не знаю. Она на криты направлена. Вот. Как поэтому хочешь. Немножко не моя тема. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Заставь их кричать, всадник. Да-да-да, как скажешь. Демон! Хватит, хватит! Огнём кричит. О! Прошу! Я думал, он как-то по-сложному спрятан, а он тут совсем рядом оказывается. Идем от обратного, потому что очевидно, что вперед. Ага, ну понятно. Ну что опять не так? Так, все. Из огонь бабы в молнию бабу. Стан, тут бы заныкали бы душу, было бы прикольно. Наверх тоже ничего нету. Блять, ты, она не могла кувыркнуться, пока не вернется эта скотина. Тихо, тихо. Ах, ты, блядь!
все равно душ не было. Так, а еще я слышу звуки из соцсетей. Если они будут снова, придется встать на паузу и все закрыть. Я думал, я все выключил. Как видно, нет. Сейчас мы пойдем мстю нести. Все мы херели. Этого момента, когда они меня не нагнули. Ебай. Издеваешься? Думаешь, ты знаешь, что мы здесь? Нет, ведь твои вопли словно колыбельные. Да, это сарказм. Даже не знаю, кто из вас хуже. Ага, так. Да чтоб вас. Да хорош. Так, ладно. Сейчас я на паузу встану, выключу. Раз забыл что-то выключить. Так, ну, вроде бы все. Больше нам ничего не должно мешать. Идем дальше. Так. Сюда. Так, наверх никуда. О, а вот это вот интересно. А вот туда еще интереснее. Так. О, нет. Так. Артефакт ангелов, ну ладно, неплохо, но это что, что больше. Оп.
Окей. О, да ладно, так близко сохранение следующее. Нет, это, конечно, приятно. Что скажешь? Что тебе нужно от скроп? Не спеши. Давай новые товары. Как хочешь. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Заставь их кричать, всадник. Я заставлю. Все, да, я понял, как вы вышли. Да. Неплохо. Но, значит, нам не туда. Значит, мы продолжаем свое линейное шествие. Тут мы просто, так сказать, срез нашли. Я тут думал. Да и вот опять со второго раза прыгивать так. Отлично. Туда никуда не получится. Так, тут. Ага, тут тоже эта шляпа вылазила. Нельзя. Окей. Так. Так, погоди. Не дерись. О, ага, здесь мы были. С другой стороны. Ох ты! Верните меня назад! Блин, это очень не вовремя. Не было. Не так обидно. Так, пойдемте вот этих ребят из Дума тогда завалим. Смотрим, что кого там. Так, вас я тактично игнорирую. Мне сюда. А там будет этот живой, интересно? Нет. Его скриптово убили и все. С второго раза? Нет, с первого, окей. Эх, ничего себе, здрасте. Перед битвой с боссом. Yeah.
Охуеть! Блин, не дал мне эту штуку заюзать. Но я, конечно, тоже молодец. Встал чуть ли там не прямо перед ним. Еще непонятно, как к тому чуваку наверх забраться. Плюс мне с этими ангелами драться вообще неохота. Я на них один бутылек потратил. То, что нужно. Пройти это вот хороший вопрос. Так, сюда не пойду, меня отсюда просто вырвут. Значит, надо думать, как сражаться с большой ебакой. А сражаться с большой ебакой тяжело, всему, учитывая, что у нас еще два хила всего осталось. Ну, можно уже без этой катсцены. Кстати, да, я понял, нужно в глаза ему эту шляпу пускать. Даже так достает, вот как они поворачиваются. Короче, надо вслепую кидать. Без прицеливания, тогда он попадает как надо.
Но он успевает открыть один глаз. Вот, то есть я пока другие там выцеливаю. Он его закрывает. Вот, а другой успевает. А-а-а, я понял, как можно сделать. Надо, короче, чтобы она во все сразу ударила. Кап сделается, блин. Да нереально, я не могу через них перепрыгнуть. Как это работает? До него идти-то еще, блин, не близко. Посмотрим вот что. Может, в настройках управления есть какие-нибудь подсказки. А, кстати, смотрите, форма пламени, бури, силы и покоя у нас еще будут. Хорошо. Так, форма атаки. Блин, ничего похожего. А, подождите, вон капслок. Что было капслок? Захват цели. Там вот это все, я не успеваю убить абсолютно. Был кто-то из семи? Возможно. Кто-то мог измениться с последней встречи. Это все? Я-то думал. А он еще и забагованный оказался. Приветствую. Это позабавит на... Как хочешь.
Заставь их кричать, всадник. Понял, вопроса больше нету. Не слишком похотливое место, да? Ты ничему не научилась? Внешность бывает обманчива. К тому же похоть никогда не выглядит так, как ожидаешь. Что ты имеешь в виду? Определение греха – один разговор, но вот похоть – нечто совсем иное. Особенно если знать, что люди понимают под этим словом. А, похоть как сильное желание. Притом любое. У людей весьма развито воображение. Похоть может быть чем угодно для кого угодно, потому он так и опасен. Слишком опасен, госпожа? Вовсе нет. Так, ну, раз они думают, что он близко. Вот туда, интересно, можно взобраться. Думаю, что... Нет, наверное. Нам лучше пойти подготовиться к этому бою. Что тебе, ну, пожалуйста, не спеши. Да, игра тактично намекает, что нам нужно в кузницу Творца. Я даже спорить не буду. Последнее время здесь стало гораздо живее, благодаря тебе. Ты подарила человечеству шанс, и за это у меня есть для тебя подарок. Эта безделица увеличит твою мощь и сделает тебя еще более грозной силой. Милосердие наездника. Этот созданный Ультейном медальон улавливает доверие и признательность спасенных людей, превращая их в чистую энергию, которая значительно усиливает ярость. Странное описание, конечно. Собралась хорошенько их помучить, да? О-о-о, что за дивный хаос ты обрушишь на врагов? Это одно из лучших моих творений. Это одно из лучших моих творений. Так, осколки адамантита или обломки? Пять обломков. Капец. Любопытно. Итак, посмотрим, что я могу для тебя сделать. Дивный хаос ты обрушишь на врагов.
давайте, с одной стороны, почему бы и нет. О-хо! Что за дивный хаос? Это одно из лучших моих творений. Это одно из лучших моих творений. Любопытно. Счастливо. И береги себя. Ну, он безделится, это у меня уже болтается на поясе. Хорошо. Прикольно, что так все постарались, сделали, что все на персонаже видно. Приветствую. Не спеши. Так. Как хочешь. Приветствую. Это позабавит нас обоих. Как хочешь, не спеши. Я знал, что ты не сможешь устоять. Четыре. Сейчас подумаем, еще купим. Не то чтобы я часто вот этой крутилкой-вертелкой пользовался, но, допустим. Что тебе нужно, всадник? Собралась хорошенько их помучить, да? Не думал, что это возможно. Но теперь ты еще опаснее. Сколок, обломок. А, они уже только обломками улучшаются. Подождите, тут обломок. А тут осколок еще. Любопытно. Удачи, ярость. Приветствую. Не спеши. Мудрое решение. Как хочешь. Пока прощаюсь. Сюда снова. Хорош. Чем мой мол собралась хорошенько их помучить, да? Тут походу опечаток, скорее всего. Да, потому что был... почему он тут обломок показывает, когда их еще осколок. Тут осколок должен быть, обломки мы сейчас купили. Давайте еще какой-нибудь купим. На спасителя. Любопытно. Счастливо. И береги себя. В воздухе нельзя, к сожалению, переключаться с одного полета на другой. Очень жаль. Приветствую. Не спеши. Как хочешь. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Пока прощаюсь. Иди сюда. Последняя, и идем дальше. Что тебе нужно? Собралась хорошенько их помучить, да? Чё я хочу? Не знаю. Вот уж не думал, что это возможно. Любопытно. Все. Счастливо. И береги себя. Нет предела сейчас. Что тебе нужно? Пожалуйста, не спеши. Все. Может, успеем даже бой провести.
Ну, потому что, скорее всего, не факт, что мы его сразу выиграем. Я там, типа, попробую и оставлю на следующий раз. Типа, такого что-то возможно. Так, понятно. Все понятно. Вот, ага, это там другая сторона уже. Ну ладно. Знаешь ли ты, чего жажду я? Чего осталось хотеть в этом разбитом мире? Власти. А я-то всегда считал тебя умнее прочих. Какая жалость. Чем обязан этому условному удовольствию? Меня ведь посетила прославленная всадник. У меня здесь лишь одно дело. Нам обязательно прибегать к насилию. Ты уже заслужила мое почтение. Я тут не за твоим почтением, а за головой. Ну же, ярость. Я ведь не варвар, как остальные. Нет-нет, нам ни к чему сражаться вновь. Скажи это совету. Здесь их нет. Потому я говорю это тебе, королеве всадников, могущественной, вооруженной пустотой пламени, крестовым клинком, легендарным хлыстом. Похоть, тебе не отвлечь меня! Неужели? Истина зачастую отвлекает, если живешь ложью. Ты говоришь так, словно мы заклятые враги. Зачем нам это нужно? Свою роль во Вселенной я знаю. Любопытно, переставала ли ты хоть ненадолго сомневаться в своей? Ты всадник. Но почему? Ты сама сделала выбор. А если так, что тобой двигало? Заткни пасть! И сражайся! Ты ведь даже не знаешь, за что сражаешься, так ведь? Может, за своих братьев? О, разумеется, нет. Всем известно, что ты противостоишь им. Ты стремишься к некоему равновесию. Ты ведь и не верила в высшее благо, пока тебе это не стало удобно. Нет, нет, нет. Я вижу в твоих действиях совсем иную жажду. Жажду власти, привилегий и защиты от неотвратимого падения нефилимов. В конечном счете это делает нас союзниками. Разве не так? Позволь-ка мне ярость. Смерть? Что ты... Что вы все здесь делаете? Разве нас, всадников, не четверо? Мы здесь, чтобы подтвердить выполнение задания. Задание? Другие грехи пали от моей руки. Смерть освободил войну и восстановил его доброе имя. Но что важнее, мы раскрыли великий заговор. Какой заговор? Небеса и ад втайне договорились. Начать апокалипсис раньше, чем кто бы то ни было мог подумать. Обугленный совет отправил нас всех вместе посеять смуту и там. Равновесие будет восстановлено, виновные будут наказаны. Значит, все это
Мы должны сместить обоих правителей. И отмечая твою безупречную верность делу, совет постановил, что отныне ты возглавишь всадников. Тебе, ярость, выпало начать новую эру на Земле. Ну, разумеется. Наконец-то все начало обретать некий божественный смысл. Разве? Госпожа, разве все, что ты хотела, наконец не сбылось? Оставим прошлое, сестра. Теперь мы живем, чтобы служить тебе. Да будет воля твоя! Все это ложь! Что? Ну, попробовать стоило. Думаешь, ты меня так хорошо знаешь? Разве не этого ты так хочешь? Власть и вести за собой других так, как тебе угодно. Что, если эти грезы скоро станут явью? Сперва отбрось желания других, сосредоточься на себе. В конце концов, выбор за тобой. Так выбирай. Зря ты заставил их опуститься на колени! Я тоже подумал, что все их рядом не так просто. Что бы мы сотворили вместе, если бы только ты не была так упряма? Блин, я забыл, что я не в облике и не понимаю, почему он наносит атаку. Что бы мы сотворили вместе, если бы только ты не была так упряма? Последнее ужасно щедрое предложение. Будь мудрый и сильный. Я уничтожу тебя, похоть, раз и навсегда! У нас был уговор! Отступись! Из чего ему тебя слушать? Он ведь знает, что уговор с тобой и вполовину не так хорош, как уговор со мной. Нет! Я сумею вернуть твоим милым ангелочкам былое величие. Да, просто защити меня от этой ужасной женщины. Узель! Разве это не будет мигом высшей славы, когда ваше войско вернется к небесным вратам целое и невредимое? А, замолчи! И восстановит правду и справедливость в этом прогнившем краю. Твою правду, Узель. Твоим началом. Разве не чудесно? Седьмой легион. Живой и невредимый. Во всей своей славе. Я расторгаю наш уговор. Нет, Узель! Разве не весело? Охренеть, самая крутая битва. А вот это немножко напоминает уже битву из Dark Souls. Знаешь, что, всадник, твоя жертва не будет напрасной. Это слава мое последнее небесам. Ужасно щедрое предложение. Будь мудрый и прими его. Thank you.
Отступи. Или мне останется только убить тебя, девочка. Тихо. Остаться безнаказанными. Это чувство, которое ты сейчас ощущаешь, это и есть настоящая похоть. Приятно, да? Офигеть, я одного удара вернулся, и все так просто. Бляха. Чуть-чуть осталось. Это мое последнее ужасно щедрое предложение. А почему здоровья уже нет, но опять? Его. Бля. Обидно. Это тяжелая битва. Но она очень наполнена всякими крутыми сюжетными разворотами, поворотами. Прям вообще супер, я прям очень доволен. Но она прям откровенно слизана с битвы из Dark Souls. Ебать, сколько тут идти. А, да. Ладно, я думаю, нужно молча свои попытки реализовывать здесь. Мы сейчас опять же все ролики скипнем, поэтому может нам повеселее будет. А он нас ждет уже. О, что бы мы сотворили вместе, если бы только ты не была так упрямой. Демонов и творцов писать. Если хочешь обрести власть, присоединись ко мне. Ты не стоишь. Так, как это скипнуть, все мы это уже видели. Пусть разят небесные крылья! Нет, ну что, серьезно, сначала смотреть? Ангел! О, Узиэль, я так польщу! Я уничтожу тебя, похоть! Раз и навсегда! Попал туда, допустим. Так, они закончили болтать, сейчас снова буду пытаться. Перестань тратить время на демонов и творцов, Сань! Я не хочу убирать! Если хочешь обрести власть, присоединись ко мне, я на твоей. Могла бы получиться пара великих. Да, блядь. Твоя жертва не будет на... Даже близко не было к победе, сука. Ну, не знаю, можно в паузу нырнуть, я просто буду пытаться, пока их не завалю. Но, блин, первый заход был прям вообще нормальный. Так, ну тут дело вроде бы идет. Посмотрим, что получится. О, что бы мы сотворили вместе, если бы только ты не была так упряжа. От
отступил. И на тебе останется только убить тебя, девочка! Из нас могло бы получиться пара великой силы. Сэрэби? Ты всегда на побегушках у других, марионетка! Присоединяйся ко мне! Ты вырубаешь меня, ярость! Седьмой регион! Кто дал тебе силу поднимать мертвых? Во вселенной есть одна истина. Те, кто владеет высшей властью, неизбежно жаждут еще большей. Похоть вечно. Отвечая на твой вопрос, знай, что я был лишь пешкой. Это чувство прекрасно известно тебе. И ангелы, убившие твоего скакуна, тоже пешки. Так кто? Говори! Игроки в этой партии откроются в свое время. Что, если я раскрою тебе нечто еще более ценное? Пощади меня, я выдам тебе местонахождение другого греха — зависти. И зачем тебе это? С чего бы мне защищать эту трусливую пройдоху? Она никогда не сражалась в первом ряду. Она не познала ужасы войны. Она самая ничтожная из нас. Проводи меня к убежищу, и я дам тебе то, что ты хочешь. Соблазнительное предложение. А? Но мне надоело слушать, как недооценивают мои способности. Я сама найду остальные грехи. В душе ты был лишь бескрайней пустотой, которую невозможно заполнить. Какое разочарование. Покончим с этим. Я готов. Ах, я так не думаю. Госпожа. Обещанная похотью власть дурманит, особенно тех, кто ведом скорбью. Преступление Узиэля может быть прощено один раз. Теперь я лучше понимаю, что произошло с землей и что стоит на кону. Мертвым ты мне не поможешь. Если мы хотим выжить, все мы, нужно заключать союзы. Союз? С ним? Я не знаю, что сказать. Скажи, что за тобой должок. Быть может, слово мое не имеет веса, но я обязан тебе жизнью. Если я узнаю что-то о заговоре против тебя, то дам тебе знать. Неужели ты только что пощадила презренного ангела? Он ведь с радостью насадил бы твою голову на копье! Наблюдатель ты или нет? Уж ты-то должна знать! Наше задание призвано восстановить равновесие в мире, и похоже во мне! Похоть показал мне, кем я могу стать, не тем, кем я хочу. И кем же ты хочешь быть? Ах, думаю... Здесь мне и предстоит это узнать. Фух, да, эта серия богата на сюжетные повороты, на интересные битвы, но, пожалуй, один из лучших моментов в игре на данный момент. Любопытно. Весьма и весьма любопытно.
С каждым новым испытанием ты становишься мудрее. Чего ты хочешь? И ты, и я мучительно осознаем, как бесконечность вереницы истории действует на нас, существ, столь трогательно ориентированных на одну единственную цель. Однако эти существа, по иронии, лишены всякого значения. Ближе к делу, повелитель пустот. Просто неожиданно? Нет. Даже занятно наблюдать, как кто-то плывет против течения. Ты начала лучше понимать те пороки, что прежде держали тебя в оковах. Пороки? Мне перечислить их? Нет, спасибо. Я уже насмотрелась и знаю, что их много. Вот почему я даю тебе это. Имея это при себе, ты владеешь всем могуществом незамутненной силы. Оно дрожит в руке. Не понимаю. Наступит время, и ты поймешь, когда и как это использовать. Нет, не сейчас! Ну да, вот дали силу пустоты, походу. Потому что, по-моему, последняя сила — это спокойствие. А, пустота силы, да. Молот, ясно. Ну, молота не особо быстрые атаки. Приветствую. Покажи свои товары. Не спеши. Ага, артефакты ангелов снова появились. Хорошо. Как хочешь. Пока, прощаюсь. Надо сходить еще подобрать все, что там навыпадывало с этих ребят. А, вот как. К такой мощи очень просто привыкнуть. Мы лазить еще штуки не умеем. Ну-ка. Ничего себе, удерживаю. Нажмите, удерживайте Space. Не такую мощь я имела в виду. Пешим всадникам выбирать не приходится. Окей. Ну, я думаю, что сумму-то я использовать не буду. Не наш-то стиль. Да. Повелителя пустот не упрекнуть в тонкости намеков. Пора найти следующий грех. Ты уверен? Просто интересуюсь. По мне, так ты, возможно, слишком мягка. По крайней мере, это в тебе заметил повелитель пустот. Если хочешь почувствовать мою мягкость, вновь ты со мной в моей решимости. Заманчиво.
Боюсь, если я там отпущу, я умру, я не вижу, куда там падать. А, ну ладно. Я просто говорю, что-то изменилось. Это естественно, думаю, после всего, что выпало на твою долю. О чем ты? Неужели мне нужно напоминать, что нет абсолютного добра, как нет и абсолютного зла? Все это человеческие понятия. Обугленный совет осведомлен об этом. Это ведь и есть смысл их существования. А, весь твой бубнёж. К чему ты ведешь? Небеса и ад тоже не абсолютны. С правильной точки зрения, они лишь две противоборствующие силы, что сцепились за власть над этим шариком грязи. Таков порядок вещей. Именно. Но почему их так занимает этот гулыжник и кишащие на нем микробы, когда вокруг целый космос для исследования и покорения? Хороший вопрос. Ага, так вы не ломаетесь. А, нет, ломаются. Да, пока они увязли в этом неудобном конфликте, у Великой Вселенной есть шанс остаться чистой. Это любопытный способ поиска равновесия, особенно для столь могущественных существ. Да, весьма любопытно. Просто хочу сказать, если ты сомневаешься, я пойму. Не то. Наши прокачанные клинки, но эта штука явно очень медленная. Набрали кучу лухчеров еще себе в дорогу. Ладно, давайте мы на этом закончим серию. Она была очень крутая, как я уже сказал. И уже увидимся в следующей. Всем спасибо за просмотр, всем пока.